live like golden. Yeah, we're golden, baby girl, we're golden. They're about to see us shine, cause we're golden. Давненько видосов не было по кулинарии. Короче, всем-всем доброго вечера, дорогие подписчики, с вами Русский Дрилл на сцене. И сегодня я хочу записать вам видос о том, как нужно делать шаурму. Сейчас, в принципе. Сначала мы разрежем овощи. Так. Сначала мы разрежем овощи. Так, ну, я сначала разрежу огурец, потом добавлю соус. Ну, чтобы заранее. Ну, вы поняли. Просто в спешке, видите, вот две шаурмы сделали с оператором студии вне кадра. Поэтому... Так, все, достаточно, думаю, будет. Измельчаем огурцы. Просто я начал огурцы резать, потому что сначала надо соус. Просто поспешил. Так, не осуждайте сильно. Так... Так, измельчаем это все. Так, все. Так. Теперь мы добавляем немножечко соуса. Совсем немножечко. Нормально. Нормально. Еще что-то. Сейчас. Вот так. Все, хватит. Так, все. Дальше мы разрезаем курицу. Значит, на две разные части. Так. Это мы в сторону. Так, все. Потом у нас следом идет помидор. Сейчас мы разрежем курицу. Так. Так, потом помидор. Значит, отрезаем вот верхнее основание помидора. Называется жопка. Так. Это мы убираем, нарезаем помидор кольцами. Так, две штучки, думаю, достаточно будет. Все добавляете. Так, сначала мы должны добавить курицу. Добавляем курицу. Так, потом мы добавляем два помидора. Огурцы, значит, так, потом у нас листья салата вот тут уже остались от, так, все. Дальше у нас идет лук, нарезаем кольцами.
Блин, он скользит еще. Так, сначала мы давайте вот так разрежем, наверное. Так, давайте, ладно, вот так вот. Так, и теперь мы его размельчаем на мелкие части. Раз. Два. Так, сейчас еще вот тут подрезать, и все. Все, добавляем. Ставь лайк, если любишь шаурму. Так. Так, ладно, лук упал. Там мы все. И сверху чуть-чуть соуса. Сюда, вот сюда. Да. Так. Сворачиваем. Так, и теперь мы вот так вот все сворачиваем. Так. Так, все, теперь мы ее должны немножечко обжарить. Все. Так, сковородка у нас уже греется, так что будем ждать, пока обжарится. Для вас это считанные секунды, а для нас где-то 5 минут, 5-10. Короче, вот такая вот у нас шаурма получилась. Ну, в принципе, она тут немножечко разломалась, но для первого раза сгодится. Ну, не осуждайте меня сильно, то, что она такая получилась. Ну, первый раз так получается. Надеюсь, будут еще ролики, как я делаю шаурму. Пишите в комментариях, если хотите, чтобы я сделал пельмени, там, вермишель и так далее. Ну что ж, и с вами был Русский Дрил на сцене. Всем удачи и всем пока!